Одежда для работы – это не всегда строгие официальные костюмы. Чаще всего это удобные платья лаконичного силуэта. Синий – главный цвет делового гардероба. Чтобы сгладить чрезмерную строгость, можно рекомендовать более демократичный голубой оттенок. Клетка выдает человека собранного и последовательного, а значит, можно себе позволить менее строгую модель платья из мягкого шерстяного полотна. Модель платья оверсайз в этом контексте будет уместна в однотонном варианте. Ну и, наконец, небольшие отступления деловой тематики – платье с бахромой или блестящими деталями. И уж если на работе мы проводим большую часть времени, то и одеваться есть смысл эффектно и разнообразно, соблюдая при этом необходимые условности.